Митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф поздравил жителей поселка Мостовая с наступившим Рождеством. Накануне владыка отслужил литургию в одном из самых старых храмов региона, названного как раз в честь Рождества Христова. В проповеди митрополит пожелал прихожанам согласия и сохранения мира, а также ответил на вопрос, почему именно Дева Мария стала Матерью Божией. А могла бы быть Матерью Бога нашего какая-то другая женщина? Вот сама Матерь Божия, конечно, думала, что могла. Как она размышляла? В смирении сердца своего она помышляла быть последней служанкой у этой преблагословенной Девы. А мы с вами, наверное, определенно можем сказать, что не было во всей истории рода человеческого другой жены, которая могла бы быть Матерью Господа нашего. Храм Рождества Христова в поселке Мостовая признан объектом культурного наследия Ульяновской области. Его история началась в 1651 году. Тогда на месте нынешнего храма построили деревянную церковь. В начале 19 века на ее месте возвели уже каменный храм. Позже храм Рождества Христова расширили, он стал трехпрестольным. Именно таким мы и можем наблюдать его сейчас.